Рамси Росса, также известный как Бладворк, преступник из Централ Сити, способный контролировать кровь и превращаться в кровавого монстра. Из-за этого он выступал в роли злодея для Флэша. Когда он был маленьким, с Рэмси обращались как с фарфоровой куклой. Он понял, что означает слово «гемофилик», когда с ним случилась чрезвычайная ситуация на детской площадке, и он чуть не умер от большой потери крови из-за пореза. Став взрослым, он устроился на работу в морг в Централ Сити. Рамси начал экспериментировать со свойствами крови, что в конечном итоге привело к тому, что он приобрел новые мощные способности и взял имя Бладворк. Когда Флэш узнал, что Рамси крадет улики, он пришел, чтобы остановить его, он использовал на нем свою силу крови и причинил огромную боль.